В этом видео... О, да. Лили, сука! Клем! Что будет, если выстрелить в Лили, ребята? Мне прострелят голову. А перед тем, как заведу я свою шарманку, зайди на канал Амунсор, ссылка в описании. Я, кстати, только что подписался буквально, и, понимаете, я хочу, чтобы следовали моему примеру. Он играет, кстати, в крутую старую игру Return to Castle Wolfenstein, Miss Survival, и вообще в кучу крутых старых и не очень старых игр. Всем советую зайти. И вот это, блин, даже инди-хоррор Alien Isolation, это топ, конечно. Давайте зайдем, давайте его поддержим. Я думаю, что это довольно классный канал. Ссылка в описании. А мы начинаем смотреть злое прохождение Walking Dead. Привет, орлы! Мы продолжаем злое прохождение Walking Dead. Вам понравилась первая его часть на стриме, вторая часть на видео, потому что я не успел на стриме пройти, мне нужно было бежать, кормить своего ребенка. И мы продолжаем, я пройду на видео сейчас до финала. Извините, что поцелуя не было, а то мне даже комменты написали, что кликбейт, поцелуя с Луисом нету. Ну так мы не дошли, а я думал, мы дойдем. Я думал, что сейчас постримим 2 часа и дойдем, а хрен там, стримил 2 часа, мы... и там еще оставался час где-то. Час, может быть, минут 40. Я не знаю, в любом случае, продолжаем играть. Тебя сейчас дойдем до конца по злому маршруту и потом буду делать альтернативные выборы. Я думаю, привлеку даже моменты из первого эпизода и там как бы покажу вам влияние там выборов из первого эпизода на второй и так далее. Можете написать даже в комментариях, что вы хотите видеть в первую очередь, а что потом. Я думаю, в первую очередь я выложу сравнение концовок второго эпизода. Там дальше посмотрим. Ну-ка, помогите всем подготовиться. Вроде консоль больше не лагает, помех нет. Не знаю почему, вроде ничего не делал. Просто перезапустил все, комп и все дела, и все стало нормально. Так, напоминаю, я сейчас злой. Злой не потому что... Ну, потому что хочется посмотреть, что будет если... Домик зовут на развалины, я думаю, это неинтересно. Давайте пойдем в первую очередь на могилу к Марлону. Вот это сейчас будет что-то. Собачка, поговорить с Рози. С Рози мы говорить не будем. Потому что там потом будет момент, где Рози нам помогает. И что будет, если я с Рози вообще никак не поговорю? Что будет тогда? Рип Марлон. Дорогой друг и, хотел сказать, отец. Плюнуть на могилу Марлона. Да! Тьфу на тебя, Марлон, тьфу на тебя, пидор. И собачка недовольна моим поведением. Поговорить с Рози. Не, мы не будем говорить с Рози. Мы не будем с ней говорить. Хотя, а давайте поговорим чисто ради интереса. Вот можно выбрать, там будет что-то другое, я просто не помню. Какие выбрать. Рози, ты что там делаешь? Погладить Рози, уйти ко мне, девочка, уйти, просто уйти. Проигнорироваться. Типа нет, нет. Вы не обратили внимания на собаку Рози. Соответственно, собака расстроена. Просто она в конце там должна нам помочь. Вопрос в том, окей, я сейчас не показал собаке свою любовь. А поможет ли мне собака сейчас? Вот что мне интересно. Что же, ребята? Так, как у тебя дела, Мич? Hey, что делаешь? Испытываю. Хочу узнать, сработает ли бомба. Эта мелочь никого не убьет. Просто позырь, загорится она или нет. Лучше бы и сгореться. Весь наш план крутится вокруг этой мелочи. Если они прорвутся внутрь, поджигай бомбу, пока я буду их отвлекать. Предвидеть непредвиденное. Ну, типа того. Дальше, из одного из ваших дурацких мотивирующих плакатов. Раньше тут были повсюду. Сорвал их всех, а этот бардак только начался. Срань. Не поможешь, у меня руки отваливаются после целого дня возни с этой штукой. Так, выбора нет. Давай, давай, загорайся. Я не знаю, это безопасно зажигать? Отойди-ка. Это безопасно зажигать бомбу на деревянном столе? Это же пропан. Сука! Ёбаное говно. Здорово нам хана. Чудесно. Просто обосраться. Мич запомнил это. Я разберусь просто, мне нужно время. Побыть одному, подумать. Поняла, не буду тебе мешать. Thanks, though. Но все равно спасибо за помощь. Почему он добрый? Я же велся... Я же велся как... Окей, мы помогли Мичу с бомбой. Надо будет попробовать не помогать Мичу с бомбой. Посмотреть, а что будет, если ему не помогать. Обязательно надо будет попробовать. То есть, может быть, та бомба не взорвется или... Хотя это, скорее всего, отношение Мича. Так, если она не взорвется, то... Ну... Скажем так, сюжет дальше не пойдет. Как мне кажется. Кто-то еще есть. Еще есть Руби.
Только Руби я не вижу. Меня спрашивали про обнимашки с Руби. Вот я не знаю. Счет обнимашек с Руби, потому что Руби самой я как бы не вижу. Тут только Аасим. Я больше не вижу здесь никого. Поэтому уж не знаю, что мне там говорили про обнимашки с Руби. Но я не уверен, где эти обнимашки нужно ловить. Так, здесь на башне. О, на башне, чувачки. Давайте будем с ними максимально жестокими, жесткими и вообще злыми. Знаете что, учитывая, что мои слова не сильно влияют на выбор, я сейчас перезапустил сейв, и я решил не говорить с Митчем. То есть я вообще не буду к нему подходить. Как думаешь, когда они придут с ним, будут Софи и Мини? Я не знаю, может быть. Я в дозоре, Клем, еще опасность. Как в патруле? Нет, Клем. Дозор — это совсем другое. Чем он отличается? Ходить не надо. А, точно. Какой он умный. Ребят, посмотрите на этого гения. Так, хорошо. У нас нет выбора. Придется поговорить с Луисом. Ну, у нас линия любовная с ним сейчас будет. Сейчас я заведу линию. Мазила. Я не знаю, как он может промазывать. Я абсолютно не представляю. Ну вот как так можно стрелять? Черт. Что такое? Через пару недель или дней или часов на нас нападут рейдеры, спалят школу и убьют, или угонят нас в рабство. Угонят в рабство. И уже будет неважно, как хреново я с ним обращаюсь. Рейдеры ничего не спалят и никого не угонят. Мы их остановим. Говоришь прям как Марлон. Ну, о драках он говорил маловато. Просто он тоже старался всех подбадривать. Годами я только и делал, что травил тупые шутки, играл в тупые игры, пока мой лучший друг тащит на себя бремя ответственности. Принимал сложные решения, не спал ночами, а потом вовсе получил пулю в голову. А я ни хрена не сделал. Ну, бывает. И потом Кат пытался объяснить, кто он такой, и Эйджей застрелил его. Я во всем всех винил. Обоих. Я бы все исправил, если бы мог. Я знаю это с того дня, как ты пришла, я до сих пор знаю. Пошел ты, Луис, нахуй. Знаешь, нельзя сказать, что с вами было просто. С первого дня вы всех выводили. Блять. Я не хотел делать всем больно, я просто... Тоже может пойти не так. Твою мать, а что, он только что просто ушел? Не, мы будем мазать. Просто в прошлый раз я попадал всегда. Ну, тут не попасть вообще нельзя, то есть подумайте. Прицел вообще не дрожит. То есть вот я держу просто курок. Как можно промахнуться? Я не знаю. Может, с мышки можно? Но я не знаю. Все, в общем, я мазила. Все? Типа поговорили, а Луис-то куда делся? Я с Луисом смогу любовную линию замутить, если, ну, вы понимаете. Постойте-ка, то есть я не могу не поговорить с Митчем. То есть с ним нельзя не поговорить, потому что Вайлет не приходит. Окей, надо учесть это. Ну это мы видим. Так, ну тут все ясно. То есть я не могу обмануть систему, и Вайлет выйдет только в определенный момент. Кстати, а Луис просто ушел. То есть его можно просто выгнать. Не помню, а он уходит в другой ситуации? Нет, по-моему, когда я с ним был добр, он никуда не уходил. Черт возьми, как я запущу с ним рут? Или он появится? Ладно, посмотрим. Коридор перекрыт, как все? Нормально или ну знаешь? У них все валится из рук. Полный абзац? Честно говоря, фигово. Бомба Митча не работает. Луис ведет себя как сволочь. Черт, я вообще сказал, блять. Вот ведь говно. Потому что ты зануда, идея у тебя дурацкая. Ах, у меня идея дурацкая. Это не тешь какую-то ахинею. Себя послушал. Ребят, что за херня? О, все пришли. Вайлет сказал, что мы вместе делали ловушку. Но Асим вообще меня не слушает. Это не значит, что нужно орать друг от друга? Не суйся. У меня идея. Набить вещь мешка и мешки кирпичами. Если рейдеры разберутся в здании администрации, мы сбросим мешки на голову. А этот Вилли хочет подвесить здоровенное говнобревно на веревках. Оно вынесет от силы одного рейдера. Дебилизм же. Сам-то дебил. Ну, ловушка с кирпичами у нас была, ловушка с бревном теперь будет. По-моему, подвешенное бревно — это серьезно.
серьезное решение. Вот и я о том же. Ну да, долбанем одного, если вообще кого-то заденем. Не, уже в узком проходе, бревно, да. И чего я удивляюсь, его ковид последний раз хоть чем-то помог в школе. Пусть я дозорный-то так себе. Какого хрена? Он не хотел. Чувак, ты как? Живой, блин. Господи, да мы тут друг друга поубиваем до прихода рейдеров. Что нам нужно, это разрядить обстановку. Эй, дружище, как делишки? Отвянь, чувак. Гордое одиночество не поможет нам победить рейдеров или развеселить твою кислую рожу. Чем дальше, тем больше ты меня бесишь. Тем не менее, я придумал план, которого всем разом полегчает. И этот план — игра. Игра. Давай, пошли играть. Хорошо, хорошо, иду. Мы уже несколько недель ни во что не играли, после того раза с Марлоном. Ну, с Марлоном было весело играть. Но если вдруг хочешь сходить за Руби, я могу и подождать. Заткнись, чувак. Я тебе клянусь. Запал на Руби? А что будем играть? Правда ли вызов? Правда ли вызов не играет с картами? В этой версии играют. Тянем по карте, кто старше, тот спрашивает, кто младше отвечает. Ребят, насчет того, что я голый сижу, потому что что-то спрашивают люди время от времени, а чё голый? По утрам я сижу голый, потому что, ну, так удобно, ну и к тому же я не мылся еще. А зачем? То есть проснулся утром, я смотрел всякие видосы про 90-е, а потом сел играть. Сейчас поугараем. Так, правда, выйдешь замуж, трахнешься или убьешь? Ладно, выйдешь замуж, вздрючишься или убьешь? Варианты Руби, Асим и Джеймс, который спас себя. Ну капец. Надо отвечать, правила не такие. Так, дайте подумать. Я выйду за... Надо все выбрать по-другому. Так, давайте за... Блин, за Руби, я даже не знаю. Ее здесь нет, это будет не смешно. За Асима. Спасибо. Не думаю, что ты его вкусе. Ему нравятся рыженькие. А ну заткнись. Я вздрючу. Дрюч. Вздрючит Джеймса, а убьет Руби. Давайте так. Джеймса. Это интересный выбор. Забавно, я с ним по-другому говорю жуткий. Ты же вроде говорил, что он носит кожу. Человеческую кожу. Интересно, снял бы он ее, чтобы, ну... Знаешь что? Забей. Значит, ты убьешь... Обалдеть. Руби! Ого, бедная Руби. Бедная Руби, у тебя было доброе сердце. А, Асим так хотел на тебе жениться. Чтоб тебя, Луис. Так здорово. Мы смеемся, становимся ближе. Куда пятничаем думать о жарщих крови ублюдках, которые хотят нас похитить? Кто у тебя за язык-то тянул? Второй раунд. Так, ну-ка. Я выиграла. А бедная Асим проиграл. По-любому вызов. Ладно. Валяй. Иди поцелуй ходячего. А мне казалось-то выбора тут нет или... Неважно, в общем, выбирай его. Ты должен поцеловать ходячего. Ни за что. По правилам надо играть, чувак. Я могу погибнуть. Береги зубов. Чмокни в щечку. Фу, гадость какая. Это будет отдельное видео. Поцелуй ходячего и Асима. Ох. Фу. О боже. Топ-профл, сейчас задохнусь. Ненавижу вас всех. Поразительно. Что, сегодня мы узнали много интересного о нашем друге Асиме. В частности, что романтика из него никакой. Заткнись. Не зевать, ребята, начинаем третий раунд. Так. Третий раунд. Что может пойти не так? Или так? Или в жопу? Придумал. Мы здорово набросились на беднягу Асима, подкалывали его насчет милашки Руби. Нужно найти новую жертву, которую мы будем терзать вопросами о безответной любви. Итак, Клем, есть тут кто-нибудь, кто тебе прям нравится-нравится? Да, конечно, вроде нет. Не надо меня пытать.
Давайте скажем вот так. Серьезно? Совсем не круто вот так докапываться до человека. Да, Сим, ты докопалась? Все нормально, Клем, можешь не отвечать. Бам! Тут и игре конец. Ну, в прошлый раз я был дружелюбнее, поэтому, ну, я решил сыграть в злодея. А, Сим, у тебя старшая карта, младший ум. Теннесси. Скажи то, что ты никогда никому не говорил, потому что боялся, что тебя засмеют. Не боись. Я думаю, что ходячие как-нибудь исчезнут. Их просто не станет. История развивается циклически, так? Ледниковый период, каменный век, какие-то века. Такие дела. Этот век закончится, начнется какой-то другой, новый. Блин, не зря я снотворное принял, сейчас выспался так хорошо. Век без ходячих. Как раньше. Лучше этого. Тому времени мы уже умрем, звучит прекрасно. Чего вы на меня уставились? Я что, испортил игру? Помню, как ходячие только появились, все думали, что все это быстро закончится. Не помню, я так отвечал или не так? Мол, кто-нибудь положит этому конец, спасет всех, как всегда. Но не тут-то было, сейчас ходячих больше, чем людей. Что случилось, Эй-Джей? Я просто не знаю, каково это. Вы все знаете, а я нет. Я не помню, каково жить до монстров. Знаешь что, малый? В этом нет ничего плохого, поверь мне. Старый мир был той еще жопой. Да я не соглашусь, старый мир был хорош. Не надо меня тут разводить. Хорош был старый мир. Мне он лично нравился. Что ж, предлагаю на этом сворачиваться, чтобы хоть раз закончить вовремя. Кроме того, у нас есть дела, а уже темнеет. Ты в дозор? Ага, Клементина следующая. А мне можно? Конечно, можно, малыш. Что может пойти не так? Хорошо. Вот сейчас будет судьбоносный выбор, наверное. Привет. Привет. Тебе нужна помощь с тем бревном? Ага. Оно тяжелое. Ничего, пошли сделаем самое смертоносное бревно в истории человечества. Прости, что стукнул. Да ладно, отлично врезал. Врезал как герой. Я пойду к колоколе, хочу перед сном проверить укрепление на задней стене. Поможешь тебе? Конечно, чего нет. Я тоже не отказался бы от помощи. Блин, я тебя хуесосим все игру. Если мы же снова разговариваем. Беру на себя игру на фортепиано. Что, хочу попрактиковаться, пока вы не порубили вон дрова. Есть у меня один проект, над которым я хочу поработать, но мне нужен помощник. Так, а что если я никого не выберу? Вот, по-моему, там есть такое. Так, а будет момент, когда... Подождем. Так, держим прицел по центру. Ждем. Серьезно? Серьезно? Они просто остановились? Мне кажется, было бы круто, если бы игра позволяла, знаете, что сделать? Смотрите, с кем у нас отношения лучше, затем бы Клементина шла автоматически, вне зависимости, вот если бы я не выбирал сам, а так получается очень тупая ситуация. То есть представьте такое в реальной жизни, ваши два друга отошли в сторону, и они просто стоят и ждут, пока вы выберете. По-моему, большего дебилизма придумать было нельзя. Напишите в комментариях, как вы считаете. Не, я понимаю, с точки зрения игры это, наверное, хорошо, с точки зрения реальности лучше бы сделали, ну, таймер, и там бы был автовыбор, это было бы лучше и интереснее. Ой, съев чесночный батон и покормив им Барни, я делаю выбор, который очевиден. То есть, разминаю шею. Так, посмотрим, что пойдет с Луисом, потому что я вот это не проходил. Я обычно, кстати, не смотрю другие видео, когда прохожу игры типа Walking Dead, игра Telltale Games и так далее. Игры, где есть выбор, я не люблю себя спойлерить, терпеть такое не могу. Я всегда все сам прохожу. Не люблю, когда спойлеры. Здесь, по идее, должно быть прям совершенно по-другому. Контент потик. И, кстати, видно вот след от пули. Ух, не думал, что ты и правда придешь. Я рад, что ты здесь.
Думал, прибегусь напоследок по клавишам, пока тут все не разгромлено. Хорошая мысль, я давно уже не слушал музыку. Вряд ли человек с нормальным слухом назовет это музыкой. Музыка из салуна в Red Dead Redemption 2. Такс, что ты думаешь о нашей неизбежной смерти? Конечно, нам совсем не обязательно умирать. Еще вас могут похитить, ранить, изуродовать, может съесть. Столько возможностей. Честно? Я в ужасе. О как, шикарно. Я впечатлен. Обычно люди скрывают чувство, но ты смотришь им прямо в глаза и такая: ого, какие вы хреновые. Так что за проект, о котором ты упоминал? Проект совратить Клементину? Звучит ужасно, да? Нужно только его настроить, и как раз за этим я тебя и позвал. А, я думал, он хочет, чтобы Клементин лежал как муза на пианино голая. Когда дам сигнал, сыграй ноту ля. И какая клавиша? Ноту ля, вот я хотел спросить. Ну знаешь, ля, это после соли перед си. Блин. Как это случилось? Дверью машины прищемило. Ну, 10 или 9,5, играть можно как угодно. По-моему, кстати, нет варианта не прищемить себе палец дверью в третьем сезоне. Я вот не помню, кстати, по-моему, такого варианта нет. То есть ты так или иначе решишься. Пальцы. По-моему, я могу ошибаться. Я думаю, поправить мне, если что. Молодцом, помогла, теперь нажимай на педали. Нужно кое-что еще настроить, так, спустите. Так, Влас, тут все наладили. Ну-ка, быстро подуй на струны. Знаю, звучит странно, но ты подуй. Оставшие струны проще настраивать. Остывшие струны. Так, подуть. Серьезно? Что за бред? Окей, great. That did nothing. О, супер, только все впустую. Это, как бы сказать, не особо помогает настойке фортепиано. Ну, было весело. Может, ты чего-то и добился на молекулярном уровне. А еще говорят, надо подуть на удачу. Кажется, ты все-таки, блин, балда. Но смешно уже было. Что-то совсем не смешно. Блин. Чё такая злая? Вот я чувствую, то выражение лица можно превьюшку было, будет ставить, и она делать. О-о-о-о! Это просто превьюшка конфирм. Что ты такое играешь? И не говори мелодию. Песню, которую сам написал. Правда? И как она называется? Еще пока не знаю. Вот. Премьера, как говорится. Это нужно отметить. Значит, L. Луис, что ли? Вырезать инициал. Ну как, закончил свой шедевр? Сейчас я уже понял. По-моему, у тебя талант красноречия. Красиво звучит. Красноречие. Блин, я хочу попробовать ничего не делать. Что будет тогда? Скорее всего, мы нож просто Луису отдадим, но... О, это что? Картошка, что ли? Сердечко, да, я понял, это сердечко. Круто, нет, правда. Очень круто. Очень круто. В общем, я сейчас сам себе выберу яму, никогда тут не выберу слады. Лады. Пока. Пора сделать серьезную мину. Серьезную? Ого, с тобой все в порядке? Не, я бы не сказал. Спасибо тебе. Ты здесь. Слушаешь, как я играю. Пришла сюда помогать с фортепиано после всего, что пережила из-за меня. И всего, что произошло, преодолеть мне самому. Пришлось мне преодолеть самому. Все слышат мои шутки, мою игру и больше ничего. А ты продолжаешь слушать. Я рада, что мы друзья. Ты мне нравишься, нравишься. Вот что я скажу. Ты мне нравишься. Очень. Больше, чем просто друг. Нравишься, это отсылка к игре в карты. Что, ни одной шутки? Вообще ничего? Я придумал, как назвать песню. Песня о Клементине. Люблю эти фрукты. Но тебя люблю больше, вот. Так вот. Ты знаешь, о таком повороте событий я и не думал, даже представить не мог. Как жестко засосать его. Что ты прирежешь меня во сне мог. Что я тебе нравлюсь? Нет.
О, господи, о нет! Лё, да. Клем, ты тут? А, это Руби. Мне надо идти, я сегодня в дозоре. Конечно, такое пропускать нельзя. Уверен, будет весело. Или нет? Да, вот этот поцелуй, ребята, за ним, собственно, я и шел. Кстати, еще вот я придумал еще тему для альтернативных выборов. Я хочу сделать сравнение, что будет, если просто остаться друзьями с Вайлет и с Луисом. То есть, как это... Я понимаю, что влияние, скорее всего, там в последующих эпизодах можно будет увидеть, но вот именно здесь сейчас сравнить, как бы, разницу. Рейдеры. Тот тип, он будет с ними. Абель. Да, будет. Твои кошмары. Они все про него, да? Да. Я охренительно сильно ненавижу этого сраного мудилу головожопа. Ого, это уже перебор, тебе не кажется? Шея все-таки хандрит. Говорю, как есть. Попробуй подумать о чем другом. Монстров там посчитай, например. И все столько же. Три, четыре. Бояться Абеля не стыдно, Эйджей. Знаешь, как с этим справиться? Там 10 монстров. Я его не боюсь. Но когда он придет, чур он мой. Слишком опасно, не думай так небрежно об убийстве. Я убью его сам. Хорошо? Так он весь твой. Слишком опасно. Нет, Эйджей, он слишком опасен. Не отихну. Раз там есть опция, не дать ему убить Абеля или помешать его. Вот херня. Ты же сказал, мне можно. Нет, мы запретим. Никакого мата, Эйджей. А, постой. Теперь их 12. А если мы сыграем в камень, ножницы, бумага? Если я выиграю, ты передумаешь, и чур Абель мой. Ладно, по-честному, нет, сказал уже нет. Эйджей, я же сказал, нет. Кончай. Когда-нибудь ты сможешь, не сможешь запретить. Что ты сказал? Ничего, я не то имел в виду. Да все то ты имел в виду, гаденыш. Он, понимаете, он хочет отнять у меня бразды правления. Клем, вижу кого-то, не ходячего? Вот, глянь. That's not a walker. Good job, AJ. Молодец, AJ. Come on, we have to tell the others. Так, надо сказать остальным. Лиза мне сказала, что сегодня, оказывается, день города. Нифига себе. Вот, понимаете, тот момент, когда ты узнал что-то новое, типа, сегодня же день города. И что делать, как это празднуют? Видимо, нужно будет идти на главную площадь города и ебошить там. Хотя у меня же стрим в 6. Что значит идти на главную площадь города? Как так можно? Тут момент, когда день города приходится на субботу и типа нормально. Assassin's Creed. Рейдеры? Да, они пришли. Чтоб тебе. Ну и все, прийти к чертям, мы больше не увидимся. Пока будем драться, просто знай. Я понятия имею, что означает «Д» у тебя на кепке. Нет, не говори, пусть останется тайной. Я буду думать, что это далось смерть. Так это, кепка плохого не посоветует, запомни. Мы готовы. Да, и как минимум шестеро, все с оружием и телегами, наверное, чтобы пленников увозить. О, нет! Ублюдки. Не верю, что они и правда пришли. Если они войдут, я их отвлеку. Тогда у Вилли и Митча будет время поджечь бомбу. Засуну ее под телеги. Сработает, обещаю. Если не прорвут через ворота, отступаем. В здание администрации. Точно прямо в нашей ловушке. Бревно готово. Я проверил дважды, даже трижды. Ну что, будут последние напутствия? Можно будет выбрать вариант, интересно, нам пизда. Берегите друг друга, пусть они пожалеют. Постарайтесь не умереть. Ну как бы... Просто постарайтесь, нет! Ядрёна мать, о нет! Сука!
Дерьмо, дерьмо! Прячьтесь, быстро! Амар! Эй, Джей, прячься! Что-то сейчас что-то будет. Ну же, нажали! Клементина, я знаю, что ты там! Клементина! Что-то может пойти не так. Уже и пошел не так. Не нужно доводить до беды. Иди, я не пропаду. У тебя мало времени. Иди. Так. Интересно, как они стреляют через ворота? То есть, каким образом? Давай, 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 Клементина, двигай стол. Хотя через стол тоже можно стрелять, но хотя бы... Не совсем видно, в кого ты стреляешь и куда. Кстати, игра лагает во время сохранения. Замечали, как колесико сохранения появляется? Игра такая... тормозит. Все в порядке. Главное, не двигайся и не шуми. У него нога прострелена, блин. Не шуми, не двигаться тон и так, так не будет. Что это за херня? Соберись, это просто пугало. И они работают, видимо. Видать, они приняли нас всерьез. Насредоточиться. Если что, стрелять будем сразу. То есть, в прошлый раз я тянул до последнего момента, а я хочу попробовать, что будет, если прям при первой возможности. Естественно, я попробую перепройти, чтобы открыть другие возможности. Там можно ведь стрелять и в другие моменты. Лили! Двинешься, стреляю! Не успеешь! Там снайпер еще, чертов, на дереве. Куда ты спрятал наших солдат? Они не твои. Что ж, и без тебя обойдемся. Обыскать двор. Одно движение от Клементины, пристрели ее. Твою мать, все жестко. Мы найдем их, Клементина, и заберем с собой, а заодно и тебя, и мальчик твоего. Интересно, что будет, если ничего не делать, мы выстрелим? Лили, сука! Клем! Что будет, если выстрелить в Лили, ребята? Мне прострелят голову. Класс. Не, ну там снайпер на дереве. Это, в принципе, было сейчас очевидно. Это было более чем очевидно. Как, куда спрятан наш солдат? Дайте я промолчу, это интересный выбор. Они не твои. Тоже без тебя обойдемся, обыскать двор. Так, давайте промолчим. Просто будем молчать. Или если можно отдать приказ, по-моему, там нельзя отдать приказ на атаку. Одно движение от Клементина, пристрели ее. Так, посмотрим. Чувачки пока сидят в кустиках, как будто там писают. Так, ну, наступите на ловушки, так стреляй, забирайте меня. Не, промолчим просто. Мне интересно, что будет. Нет! То есть, если я промолчу, опять пиздец. Окей, понял. Понятно. Понятно, ребят, что бы я ни делал, будет пиздец. Вот что я скажу. Не стал бы я тут топтаться, можно влететь в ловушку. Ты блефуешь. Шаги вперед, узнаешь. Или катись нахер. Читать умеешь? Ты изменилась. Я выросла. Уже вижу. Господи, да ты его копия. Если бы Ли увидел, какие глупости он тебя научил, он бы умер от горя. Если бы понял, кем стала добрая милая девочка, которую он защищал. Он научил меня выживать. Убивать! Хорош учитель. Сам-то он умер, Клементина. Если вы спросите, откуда он, она знает, что он умер, это очевидно. Потому что его здесь нет. Убирайся. Если откажешься помогать, то ему другой точно пойдет нам навстречу. Мы уже находили здесь добровольцев. Минни хотела прийти с нами, рассказать, как наша жизнь стала ее жизнью, как она теперь счастлива. Она сказала, что у нее здесь была девушка, друзья, по которым она скучает, парень, который всегда мог ее рассмешить, чтобы не случилось. Дизмораль пошла. Ее младший братик, она, о нем она скучала больше всего. Блин, ну... Теннесси, ты тупой. Где они? Я отведу вас к ним. Так, выстрелить! Самое время!
Пожалуйста! Нет! Все, теперь стрелять было можно. И, скорее всего, Теннесси останется с нами, его не украдут. Черт, черт! Киноки побежали. Все, смерть. Снупер. О, сейчас что-то будет. А что если не стрелять будет? Вот это хочется пройти. Нет, скорее всего, бы убили меня. Это как бы гиблое дело. Хотя надо было не стрелять. Чтоб тебя! Ребята, реально, давайте попробуем сейчас не стрелять. Я хочу узнать, что будет. Но если не увернуться, можно не проверять. Там все понятно. Если мы не увернемся, то, ну, ну вы понимаете, да? Блин, это нельзя перепройти, что ли? Только если перезапускать вообще все. О, нет, я так не хочу. Блин. Мич, нет, нет, Мич. Просто я уверен, что можно сделать так, чтобы Мича не убили. Кого надо убить, убивайте. Кто уцелеет, забираем. Может быть опасно. Я уверен, что Мича можно спасти. Так, давайте мы стрелять не будем. Что будет тогда? Так, понятно. Я думаю, в том случае, как Лили не застрелили, потому что мы просто торчим из укрытия, будет то же самое. Я более чем уверен, что... Как бы результат не поменяется. Так, окей, прячемся. Так, момент истины. Хопаньки, готово. Давайте, все взад! Вот, дело пошло. Это мне нравится. Сегодня, кстати, еще пойду на фильм про по Киану Ривзу, где он там в Санкт-Петербурге. Называется «Профессионал», а в оригинале фильм вообще называется «Сибирь». Вот очень хочу пойти, очень хотел. И сегодня пойду, наконец-таки. Еще вот осталось сходить на фильм с Нагиевым «Непрощенный». И считай, киномарафон завершен до следующего четверга. Потому что больше интересных фильмов в кино, к сожалению, не присутствует. Ну, в «Ассасина» буду играть, что там. Жду «Ассасина», кстати. Ubisoft сказали, что... Ну как, не Ubisoft сами, мне курьерская служба позвонила, сказали, к понедельнику привезут. Так что ждем «Ассасина». Ассасан? Ассасан? Что, Ассасан, да? Урсасан? Так. Жмых! Бревно! Ну блин, мешок песком имел такой же эффект, если честно. Я играл. Убить вон ту девку! Господи, как же ты рычишь, мне аж страшно стало. На самом деле, ни хрена. Ой! Чё ж так манж, а? Давай, давай, давай! Давай, спускай диванчик! Херня это все. Говорил же Лили, что вы упретесь. Конечно, мы упремся, это наш дом. Твою мать. Эйджи, дверь запри! Мы не успеем. Потому что Эйджи медлительный. На сей раз твоей подруги Лили здесь нет. У нас есть время для очень короткого разговора. Наедине. Я нажал кнопку, нечестно. Здесь прям игра ждет. А там я нажал, но она не считает. Клем, я не могу. Не подходи! Чё-то возьми, у нее теперь две руки. Ну то есть... По идее, ему проще со мной драться. Знаешь, что я думаю, когда смотрю на таких, как ты? Слабых, мелких, испуганных, но живых! А ты, типа, не живой? Так отсылка на Life is Strange что-то дожила только потому, что... Что? Я не успеваю читать! Можно медленнее, пожалуйста! Ха-ха! Готово! Давай, вытолкай его отсюда! Катись в ад, дебил. Черт возьми, нет! Черт возьми, нет! Сейчас он должен сломать... а ладно. Блин, я понимаю, что это спойлерные моменты на то, что я сейчас рассказываю, что будет дальше, но я просто думаю, что вы, наверное, уже видели хорошее прохождение, доброе, поэтому вы как бы в курсе. Я-то в курсе, я же пришел. Я же молодец, наверное.
Представляю, да, на стриме мы бы 3 часа стримили, если бы... Если бы я тогда не ушел, поэтому... Я, наверное, не зря вот так немножко разбил повествование. Вот Life is Strange, интересно, за 2 часа успеем ли? Скорее всего, да, учитывая, что там в лесу и в доме кучу времени можно провести. А я это все как бы пропущу. Твою мать! Дополнительная рука его не спасает. Черт, почему же это так сложно? Увидимся в аду, кончай с этим, ты меня не... Вот что я скажу. Увидимся в аду. Тебе долго придется ждать нашей встречи. Я терпеливая. Постой, кто это? Вайолет! Вместо собаки! Или нет, или собака... Черт, а здесь сейчас собака должна быть. По-моему, это Вайлд вместо Луиса теперь мне напал. На нее напал. Пожалуйста, был Луис. Ха, собака все равно напала. И в чем толк того, что я собаку не погладил, плюнул на могилу Марлона? Действие, которое имеет последствия. И где ваши чертовы последствия? Так, теперь выборы, выборы. Главный выбор всего, ну, может, не самый главный, но один из. Спасти Вайлет, спасти, собственно, Луиса. Будем спасать Луиса. Как раньше он, кстати, с другой стороны. По очевидным причинам. Нам не нужны потери. Отходим. Берем телеги и взад. Беги, Кинек. И Вайлет схвати, ну, что логично. Клем! Черт возьми, сейчас Клементина будет одна защищать баррикады. Черт, вот это, кстати, сложный момент, потому что стрелять им в голову, это, ну, знаете, такое все удовольствие, конечно. По-моему, попал, да? Фиксирую попадание. Черт, горящий зомби наступает. Все стрелы попали, остальные нормально. Опа, давай, молодец, парень! Вот это мне нравится. У меня же Руби работает руками. Хотя лучше бы с Асибом руками поработал, но это ладно, это мои важные мечты для развития романтических линий в бродячих папах. Типа Walking Dead, бродячий папа. Я, кстати, видел чувака как-то в ленте в футболке с надписью «Бродячий папа». Или, ну, скорее, гуляющий папа, потому что он гулял с ребеночком. Диткой. Понимаете, все, сейчас жесть начнется, да? Все, ух, с первого раза. Я как первый раз сыграл, кстати, не мог пройти это с первого раза. А сейчас прям на духу. Мы выжили, ура! Это победа? Виктори, Виктори. И что же сейчас будет, учитывая, что у нас концовка отличается? Теннесси здесь. Я не помню, его украли в прошлый раз или нет? Что-то вспомнил. Клем. Клем? I'm sorry. Прости. За то, что поверил ей. Не знаю, была возможность не убивать Митча. Боже, Асим, Омар. Их просто забрали и... Как так вообще может быть, Вайлет? Я даже представить себе не мог, что кто-то ее заберет. Мы потеряли сильного лидера. Мы спасем их. Как? Мы все еще не знаем, где их община и сколько их там.
Где их кооператив? Те, кто... Зато у нас есть кое-кто, кто знает. Там в выборах, по-моему, есть такое, что чувак, Абель, может не остаться у нас. И вот это вопрос, конечно. Как, каким образом это будет работать? Эпизод 2. Обездоленные дети пройден. Давайте посмотрим, что игра нам теперь напишет. Что игра думает. Ну, к сожалению, мы не можем проценты посмотреть. Абель в плену пришел в бешенство, когда велели Вайл стрелять в Лили. Насторожился, когда сказали, что во дворе расставлены ловушки. Ну, то есть, он все равно в плену, но а другой результат-то можно получить или нет? Окей, раскаивается. Успокоился, поспав в вашей кровати, он смирился с тем, что вы не отдали ему право убить Абеля. По-моему, ему нельзя дать выбор, было спать в кровати или не спать. Лили была оскорблена, не была впечатлена тем, что вы обозвали ее злой сукой. Лили была уязвлена тем, что вы не дали ей помочь вам встать. Ну, это понятно. Я ее не впечатлил. В муках совести. Луису стало легче от того, что вы просили прощения за причиненную ему боль. Луис был поражен, когда вы признались ему в своих чувствах. Так, Джеймс был заинтригован, когда вы сказали ему оставить яблоко себе, вместо того, чтобы отдать его Эйджи. Джеймс мрачно отреагировал на ваш слова о том, что то, откуда вы родом, уже не имеет значения. Но вы оставили Джеймса признательным, тем не менее, по-моему, это как, так же, как в прошлый раз. Это, и как бы это бред. Мич мертв, удивился, когда признали. Ну, а он мог остаться в живых? Я не совсем уверен, то есть, а как он мог остаться в живых? Так, вы оставили Тена пристыженным. Смутился, когда вы заметили, что судов больше нет. Тен пал духом, когда вы посчитали его веру в конец века ходячих обманов. Ну, обманом. Так, Вайлет похитили. Вайлет разозлилась, когда вы позвали ее тварью. Была разочарована тем, что вы решили провести время с Луисом, а не с ней. Вайлет почувствовал себя брошенной, когда вы дали рейдерам похитить ее. Понятно. Руби была обеспокоена с чувством отвращения, с тем, что Эйджел взял на себя ответственность за убийство Марлона. Руби ужаснулась, когда назвали бывшую школьную медсестру удобрением. Ну блин, она все равно ко мне хорошо относится. Амар похищен, а Сим похищен. Вилли был в восторге от того, что выбрали его ловушку с бревном. Вроде загрустил, после того, как вы не обратили на нее внимания. И мы не собрали эти предметы, потому что я даже не пытался, если честно. В этом прохождении просто смысла не видел. Собственно, мы прошли, и вот эти в финале, вот эти надписи, то, что написаны последствия выборов, вообще не интересно. Интересны были сами выборы, и очень хочется, чтобы Telltale все-таки смогли выпустить третий, четвертый эпизод, чтобы посмотреть, как это все, собственно, выстрелит. И очень интересно. Ребята, если что, пишите еще, какие выборы попробовать, что еще сделать, потому что вариантов тут много, я могу что-то упустить. Я-то в голове у себя такую карту примерно уже составил. Я уже примерно представляю, как и что я хочу, но вы мне, конечно же, тоже нужны. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Собственно, злое прохождение is over. И увидимся в следующих видео на стриме по Life is Strange сегодня в 6 вечера по Москве. Приходите, там тоже злой будет, прям жесткий стрим. Это что, там превьюшка-то, знаете, такая классная получилась, с таким ушёным выражением лица, типа, что может пойти не так? Ладно, всем пока, всех люблю, вы топ, ребята.